То есть у нас какая система? Вот здесь люди будут раздеваться, правильно? Они здесь вот так, значит, заходят, раздеваются, выходят, слева обходят, купель опускаются, здесь поднимаются, раздеваются. Здесь будет все сено, спуски, подъемы будут. 19 января православные христиане отмечают один из самых главных церковных праздников – Крещение или Богоявление Господня. Окунуться в освященные проруби стремятся многие верующие. В Щелковском районе организовано 11 мест для крещенских купаний. Но центральной станет купель в Щелковском городском парке культуры и отдыха. То, как ведется подготовка к празднику, контролируют районные власти. Мы просто посмотрели, знаете, какую готовность? Что обязательно должно быть освещение этого места, должен быть хороший расчищенный подъезд. Вы видите, какой снег у нас, да, снегопад был обильный. Чтобы были подготовлены места для того, чтобы люди переоделись, для того, чтобы они могли потом попить горячего чая. Для того, кстати, практически во всех поселениях уже подготовлены, заготовлены поручни, перила, чтобы можно было безопасно спуститься в воду и из воды выйти. Такой теплый дом будет открыт для щелковцев во время крещенских купаний. Пока что здесь еще прохладно, но сотрудники парка обещают сделать температуру плюс 5 внутри помещений. Вместе с депутатами глава района посетила 4 поселения – Загорянский, Свердловский, Медвежьеозерское и Щелково. Везде подготовка ведется должным образом. В Медвежьих озерах будет открыто 2 места для купания в крещенскую ночь. Загородный клуб «Медвежьи озера» ожидает около 500 человек. Вот здесь будет организован вход для всех жителей, а здесь будут открыты теплые раздевалки. Купания начнутся в 11 вечера 18 января и продлятся всю ночь. В организации мероприятия будут задействованы все необходимые службы – медики, полиция, спасатели, чтобы праздник прошел как можно более безопасно для жителей. Также помогать будут волонтеры. Подготовку к крещенским купаниям обсудили в администрации района на заседании с представителями различных ведомств. У нас требования, значит, по пожарной безопасности, по безопасности людей на воде, все это соблюдены. Полиция осуществлять будет, и у нас аварийно-спасательная наша служба будет задействована, и сотрудники МЧС. В прошлом году в освященные проруби окунулось порядка 15 тысяч щелковцев. По подсчетам организаторов, в этот раз желающих будет не меньше. В свою очередь, жители и сами должны придерживаться определенных правил безопасности. Например, категорически запрещено купание в необорудованных местах. Можно будет прийти и, окунувшись в крещенскую воду, потом целый год не болеть. Марина Позднякова, Дарья Соснегова, Валерий Жиглетель, радиокомпания «Щелково».